Саш, смотри, письмо пришло. Давай, давай, зачитай. Утренний что... экспресс. Поздравьте, пожалуйста, наших родителей. У них 5 марта золотая свадьба. 50 лет вместе и в горе, и в радости. Сейчас аплодисменты звучат от всех наших телезрителей. Да, Семейкины, Надежда Валентиновна и Владимир Васильевич из поселка Кедровка Березовского района. Свадьба была 5 марта 70-го года. Да, комсомольская молодежная свадьба. Гармонист играл на гармошке, катались на лошадях, жили в таежном леспромхозном поселке, любили наблюдать за жизнью леса, было много грибов, ягод. Любимое место было у реки, могли часами сидеть с удочками. Через всю жизнь пронесли нежную и трепетную любовь, трогательную заботу, душевную теплоту. У них до сих пор остались искренние чувства друг к другу. Прекрасно. Она ласково называет его Володя, а он ее Наденька. Вот так и живут уже вместе 50 лет. А у нас есть фотографии, две фотографии, если мы можем сейчас да, показать. Показали? Да, да. Так мы тут зачитались, поэтому, ребята, вы сами все видели. Вот всем бы таких вот прекрасных, замечательных. Ну и, конечно же, Владимиру Васильевичу, Надежде Валентиновне мы желаем долгих лет жизни и крепкого-крепкого здоровья. Всегда ваш утренний экспресс.